Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру «Тачки, зомби и оружие». Так, это нам не нужно. Тут у нас все пока не активно, да? А что у нас в карте? Ха, в карте ничего нету. Ну что ж, давайте тогда продолжим, наверное, проходить 14 уровень. Так, поехали. Ух, как говорится, была не была. Должны прорваться мы с вами. Так, сейчас у нас обычная с вами гонка. Поехали. Так, тихо, тихо, тихо. Нормуль, пока все идет хорошо. Всех истребляем, всех давим. Так, отлично. Здесь мы как, прям, я не знаю, как папы прошли. Давайте заберем сундучок. Отличненько. Трамплинчик, он нам нужен. Ух ты, там горючка. Черт, я промазал, а. Ядрить его на корень. Меня это немножко сбило с панталеги. Но, тем не менее, все равно горючка у нас закончилась. Так, давайте тогда... Ролик глянули и дали нам всего-то лишь ничего, ребят. Я даже не знаю, стоило ли это делать. Оу, надо было монеты собирать. Ай, все хреново. Бензин закончился у нас. Ладно, не будем ничего больше делать. Так, вот он наш сундук. Ничего с него хорошего не выпало. Так, нам нужно один ящик, по ходу дела, собрать. Давайте попытаемся. Ну-ка, 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 отвалите все. Отвалите все, упыри. Давайте, давайте, под колеса ко мне. Давим. Ну где ящики-то? Ни одного ящика не вижу, ё-моё. Зашибись просто, а. Поднимите, говорят, еще один ящик. А где он? Его здесь нету. А может быть, не ящики надо поднимать, а? Сейчас мы это проверим. Вот он. Красота. Ну что же, миссию мы в любом случае эту прошли. Надо было действительно собрать 5 ящиков. Ну и дальше с вами продвигаемся. Что нам дадут? Так, ну понятно, ящик. Продолжаем. Стадия 14 пройдена. Ключи получили обратно все. Так, и у нас 15 миссия. Мы разблокировали автомат. Оу, рейнджер. Что ж, довольно неплохо, я считаю. Так, новинка. Турели. И что здесь у нас? Ага. Инфекционный туннель. Ну что же, ребят, давайте тогда с вами посмотрим, что он из себя представляет. Мне самому интересно. До этого мы ездили с вами где-то на улице. Ага. Ну что ж, давайте бомбить тогда этих упырей. Иди сюда. Все равно, ребят, я вам скажу, что управлять вот этой вот установкой довольно сложно. Хоть я ее вроде бы как и наладил, но тем не менее. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично, взорвали. И опять же, очень быстро заканчиваются у нас боеприпасы. Приходится постоянно перезаряжаться. А, мимо. Ладно. Блин, хочу в голову почему-то. Стреляю куда-то в торс. Так, еще одна бочка я вижу. Давайте взорвем ее. Вот так вот. А здесь у нас по заданию, ребят, по минималке, если посмотреть, 60 зомбарей надо убить. Потом 90 и 15 выстрелов в голову нам нужно произвести. Что, опять же, затрудняет мне прохождение. Так, я вижу бочку, ребята. Я вижу бочку, я сейчас в нее буду, наверное, стрелять. Но там, по-моему, никого нет. Ни одного зомбарика. О, целая куча. Ах, как же ты быстро, блин, заканчиваются у тебя боеприпасы, а? И причем не вовремя, как раз где... О, бочка, кстати. Ну-ка, дайте-ка я в нее... бомбану. Да, от бочки, конечно, эффекта больше, но зомбарей там почему-то мало было.
В общем, вы, ребята, поняли, да, что такое туннель инфекционный. Вот так вот ездишь и опять же отстреливаешься от этих зомбарей. Ну-ну-ну-ну, отлично. Слушайте, в принципе, 60 зомбарей можно здесь подбить. Я уже убил 43. Ну, если еще бы, и повторюсь, не так быстро заканчивались боеприпасы, если бы я постоянно попадал бы им в голову, эффект, конечно, был бы намного лучше. Но это все зависит от управления. Очень, конечно, неудобно поворачивать. Ладно, не смогли мы с вами пройти. Ну, пройти-то мы прошли, но набить нам не хватило ровно 9 зомби. Ладно, файлет. Проиграли и даже ничего нам не дали за это. Жаль, конечно. Очень жаль. Ну да ладно, это мы как-нибудь потом с вами поиграем в отдельной серии. Ну-ка, что у нас по основному заданию? Так, рейнджер. Ага, вот значит что. Купить. Ну давай купим. Так, чтобы купить машину. Чего? 10 серебряных ключей нужно? Да ладно вам, ребят, вы издеваетесь, что ли, надо мной, блин? Ёлки ты палки, да ну, я... Блин, у меня вообще ни одного ключа нет, вы представляете? И всего лишь 4 бронзовых. Да... И значит, я 15-ю миссию не смогу пройти до тех пор, пока не куплю себе вот этого рейнджера. А чтобы ее купить, мне нужно 10 серебряных ключей. На старых тачках я погонять не могу. Вот это, ребята, засада полнейшая. Это ж сколько мне теперь придется собирать ключей бронзовых, чтобы их потом переплавить на 10 серебряных. 200? Получается, да? 10 ключей, 1. Так, 5. 50, ребята, 50. Какой 50? 100. Да, 100 ключей. 100 бронзовых ключей мне придется где-то надыбать. А как это сделать, если я их даже нигде не могу заработать? Подождите-ка, дайте-ка здесь заберу. Так, это не то. Подожди, а где же я видел этот лут, лут? А, вот здесь вот. Давай заберем. Ну вот, плюс еще один ключ. Теперь у меня их 5. Но это все равно ничего не меняет. Да, надо запускать этот, потому что только тут дают у нас ключики. Ну что, получается, что все. Приплыли. Давайте открывать, наверное, с вами боксы. За черепочки, да? Тут у нас получается 2. Так, что нам дадут? А, ничего, мы пока с вами закупаем их. Короче, боксы для машины. Давайте посмотрим, что... А, здесь только ключи гаечные. А нам нужны ключи автомобильные. Ух, ё-моё, а. Печалька, ребята. Ну что ж, давайте тогда, наверное, что-нибудь с вами поиграем. Так, здесь-то меня хоть запустят? Ну, здесь-то, в принципе, да. Давайте, поехали с вами. Челлендж будем проходить. Только лишь за реворд. Поехали. О, трасса та же самая. В принципе, я ее хорошо помню. И думаю, что... пройду, наверное, все на отлично. Хотелось бы мне в это верить. Главное где-нибудь не ступить. Так, ну что, вот так вот. Пока все замечательно идет. Тихо, 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 тихо. Не разгоняемся. Отлично. Все. Проехали как нельзя лучше. 3 звезды у нас. Точнее, мы получаем максимальный реворд сейчас с вами. Так, это у нас сундук. Стрелочка и деньги. Ну и черепки копятся. Это, в принципе, тоже хорошо. Мы потом за черепки с вами сможем открывать ящики, в которых, возможно, нам выпадет бронзовый ключ.
Их нужно, еще раз повторюсь, 100 штук. 100 бронзовых ключей, чтобы получилось у нас 10 серебряных. У нас же 1 к 10 там идет, или 1 к 5, я вот что-то не помню. Не, 1 к 10. Да, 100 ключей. Это только лишь на рейнджер. Я боюсь представить, что там будет дальше. Хотя, в принципе, дальше, наверное, откроются новые какие-нибудь карты, новые трассы, где будут уже совсем другие призы, и там уже будет, конечно же, все попроще. Ну, а сейчас мы с вами, как видите, проходим челлендж, причем довольно неплохо. Так, у нас еще с вами, по-моему, две попыточки. Так, давай, не тупи, не тупи. Так, тут шикарно. В принципе, все замечательно. Так, подворачиваем. Вот это самый такой напряженный момент, вот здесь, и все. В принципе, дальше уже все идет довольно легко и просто. Все. И еще раз мы получаем по максимуму, то бишь три черепка. А, один черепок, елки-палки. Ну да, получается в общей сумме три черепка за каждую звезду. Ух, собрались. Осталось-то всего ничего, разок проехать. Тихо-тихо, вот это я уже начинаю выпендриваться, ребята. Почувствовал себя тут вольготно. Но это может очень плохо закончиться. Замечательно. Главное здесь еще не врезаться в автобус. Вот здесь вот. Вот так, нормуль. Вообще идеально проходим. Без каких-либо там запиночек. Так. Ну что ж, довольно неплохо. Все, ребята, ключи у нас закончились на челлендже. И у нас еще, кстати, осталось турнир. У нас с вами еще турнир есть. Ну-ка, давайте-ка откроем боксы. Давайте все сразу, что нам выпадет. Ну, хоть бы один бы ключик, а? Нет, хрен тебе сказали, блин. Так, VIP до сих пор не вырос. Мне нужно 300. До того, чтобы я мог перейти на следующий. Здесь нам тоже ничего не нужно. Денег вроде бы и так хватает. Ну, могу усилить оружие. Но зачем, я пока ума не приложу. Мне будет действительно шотган бы. Я думаю, что с ним было бы проще проходить миссии вот эти вот в туннеле. Ну, против зомбарей, короче. О, ревард. Давайте получим золотишко. Тут деньги, да? Ага, 1500. Ладно. Все вроде бы. Да, больше ничего нету. Так, ну что, у нас с вами турнир. По истории-то нифига не получится, ведь так? Ну, выбираем наш Кингслей и вперед будем с вами гонять. Ну, тут, я так понял, за первое, за второе, за третье, ну, короче, только деньги будем получать. Ладно, сосредоточились и поехали. Мне нужно побить, ребята, рекорд. Как можно дальше проехать? Пока довольно неплохо. Так, давай, иди сюда, под колесо, правильно. Трамплинчик вижу впереди. Йоху! Блин, да какого лешего задели-то? Вроде перепрыгнул ее, но нифига. Ладно. У нас еще с вами 5 брони, то бишь 5 ударов я могу выдержать. Подцепился, кайденыш, а? Ё-моё, начинается, ребята, заваруха. Ай, ну тут вообще, извините. Оу. Вот это шикарно. Это очень было замечательно, ребята. Как раз вовремя, я даже ничего не потратил. Хе-хей. Ни одной брони, ничего. В общем, самый смарт. Да, видели, да? Я врезался в машину, которая была подо мной, только лишь из-за того, что зомбарь в этот момент приклеился к моей тачке. Тихо. Блин, ну вот тут уже никак не увернуться было. Блин, ну вообще затупил. Все, ребят, последнее касание, и моя тачка взрывается. Но, тем не менее, я проехал 4,5 километра. Сейчас посмотрим, на каком я месте. На 4-м я месте сейчас стал.
Кстати, да, что-то народу опять поменьше стало. В тот раз было аж там 18 или 20 человек, а сейчас опять 6. Ладно, меня это не волнует. Главное проехать дальше остальных. Хочу быть вообще лидером на турнире. Не знаю, получится у меня или нет. Ага, вот уже мы догнали третьего. Кто на третьем месте? Перегнали его. Теперь нужно... А, тут и на втором месте недалеко. Смотрите, ребят. Тоже врезались где? В автобусы, там всякие. Теперь мне нужен тот, кто на первом месте. Интересно, как он там далеко уехал? Да цепись ты от меня! Так, отлично, отлично. Блин, врезался все-таки, а. Тихонько, тихонько. Блин, ну тут вот, ну как тут? Воу! Шикарно, вовремя, вовремя, ребят, мне это с одной стороны очень... Хотел сказать, очень помогло, но нет, ни черта мне не помогло. И у него 15 тысяч, ребята, у меня всего 7, ну, грубо говоря, 8, да, а у него 15. Я не знаю, нам как-то надо еще 8 тысяч километров нагнать. Будет очень тяжело, я думаю. А может быть, даже и нереально. Ладно, будем пытаться. Так, тихо, тихо, тихо. Блин, мне кажется, или у него какая-то скорость чересчур быстро здесь разогнался, а? Так, пока отличненько все идет. Тихо, тихо, тихо. Вот здесь вот, вот так, нормуль. Здесь подворачивать, наверное, будем. Вот так. А так бы мы могли бы врезаться. Черт, а дальше я забыл, что у нас тут. А дальше я и не мог помнить, потому что это совсем другая у нас трасса. Мы как бы продолжаем с вами с той точки, где врезались. Но, тем не менее, почти 3 километра я, ребята... Ай, отлично. Только бы вовремя кончилось бы. Все, нормуль. Броню я так себе и сохранил. Ай, вот глупо сейчас было. Задел черкашом, но, тем не менее, с меня сняли. Так, ладно, здесь даем. Ребят, 4 километра я уже проехал. 4. Тихо, тихо, тихо. Блин, да какого... Да вы смотрите, что тут происходит, а? Через каждый метр какие-то препятствия. Тут еще бочка. Ух, ё-моё, блин. Жесть. 5 км, ребята, 5 км. Блин, вот это вот не вовремя, конечно, немножко. Тихонько. Да тут вообще, ну как вот здесь можно было сейчас в данный момент сделать, а? Просто стоит тачка, и вроде бы как бы и объезда не было. Ребята, еще 2 километра мне проехать, 2 километра и все. И мы будем лидерами, лидерами в гонке, в турнире. Так, 2 километра, ребят, это не так уж и много. Главное не затупить на каком-нибудь мелочи. Ага, вот он лидер, где развился-то у нас. Хе-хе, пока. Я его переплюнул, ребят. Даже если мы сейчас где-нибудь врежемся, все равно я на первом месте. Так, 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 тихонько, тихонько, тихонько. Я, конечно, понимаю, что мы в лидерах, но я хочу проехать. О-о-о, как можно дальше. Отлично. Чтобы меня никто не смог перегнать. Так. Очень рискованно. Вообще тут, ребят, полная засада. Вот как тут нафиг? Жесть. Ё-моё. Чё там дальше-то идёт? Так, подворачиваем. Ах! А там, ребят, бесполезно было. Вы видели, да? Два бордюра и посредине бочка. Как ни крути, врезался бы. Но, тем не менее, мы на первом месте... И у меня еще ключик есть. А, нет, ключа больше нету. Так, все, в принципе, здесь мы сделали с вами челлендж, турнир. У нас с вами что осталось-то? Так, давайте реворд заберем. 7 золота на помойке, как говорится, не валяется. И у нас осталась только лишь турель, которую мы с вами не прошли. У нас очень много от нее ключей. Так, ну здесь мы ничего не можем взять абсолютно. И все, больше ничего нету. Так, тут за 11 золота можно быстренько активировать. Мы этого делать не будем. Блин, ну что, неужели турель, а, ребят?
инфекционный. Смотрите, тут у нас там и лут-то, в принципе, неплохой. Да, конечно. Даже на один ключик у меня нету. Я уже молчу про 10 ключей, которые нам нужно с вами сделать. А как вот это вот выполнить? Я что-то не могу понять. Странно как-то, да? И следующая ячейка открывается у нас на 50 золотых слитках, естественно. Так, тут у нас кейсы, я смотрю. Тут с патронами, тут с ключами. Вот нам нужен вот этот вот, который идет за 10 голды. В принципе, если накопить золото, то, возможно, есть шанс его получить. Так, 19 черепков у нас. Мы можем с вами купить вот эти боксы. Так, давайте тогда мы сейчас с вами закупимся ими. Ага, все, одного не хватает. Ну ладно, 3 бокса мы взяли. В общей сложности 6. Но здесь только ключи, ребят. Да, ключи, значит, бронзовые и серебряные. Но нам нужны не эти, еще раз повторю, не гаечные, а тем, которые для машины действуют. Видите, назад нам не вернуться. Ну и вперед тоже не пролистать. То есть в любом случае нам придется с вами приобретать эту машину, как ни крути. Все, стоит она 10 серебряных ключей, и никуда нам не деться. Я уже молчу, что что нужно будет для покупки следующих. Ё-моё, 7 золотых ключей. Обалдеть. А, один, наверное, золотой ключ, это будет равняться 10 серебряным. Так что если я сейчас паникую, то мне даже страшно представить, что будет в дальнейшем. Это вообще жесть. Это у нас кузница ключей, в которую мы можем с вами переплавлять старые, например, бронзовые на серебряные. Также потом, я понимаю, за 50 золотых это уже будет на золотые, то бишь серебряных на золотые переплавлять. Жесть. Да, у нас, в принципе, сейчас больше ничего пока и нету здесь. Есть только турель. Ну, так мне, давайте, вот, наверное, тут у нас два ящика. И деньги, тут золото все-таки. Но это надо пройти. А пройти у меня, ребят, к сожалению, не получится. Ладно, давайте сделаем так. Я буду заканчивать этот выпуск. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии, но уже после того, когда я накоплю, наверное, себе эти самые 10 серебряных ключей. Ну и продолжим с вами гонки, но я вам сразу скажу, что это, наверное, будет еще не скоро. Ну а на этом все, всем пока и до скорых встреч, ребята. Увидимся.